Гангстеры, привет! С пылу жару хочу вам показать, что нам пришло. Пришли рамки автоспорт в опасности. Вот такие стильненькие, клевые. Мы еще чуть-чуть доработали дизайн. Поэтому вы знаете, куда писать. Все вопросы туда. Красавчик. А красавчик Макс, а? Еще больше. Еще больше красавчик. Макс, Руслан, вся банда в здании. Никитос тоже здесь. Мы идем на съемку. Я так скучаю по своей Супре, что не мог не приехать к ребятам из Dark Side, которые строят, значит, тюнингуют свою Супру, и не заценить их новые HKS обвес, и не показать его вам, и немножко с ними не поболтать. Поэтому показываю вам полнейший Вася эксклюзив, лютое расширение HKS, и, конечно же, фитмент лично от Максима Твардовского. Макс, это великолепно. Ты так классно подобрал диски под нее, что смотрится она просто безупречно, брат. Да, это все, Макс. Ну, понятно, на самом деле это все шутеечки, дисули на ней будут, просто их показывать пока нельзя, и встанут они как надо. Ну и как бы на примере вот этих дисков как раз видно, насколько расширяется машина, то есть насколько она становится шире и насколько она становится круче. Но я вам скажу по секрету, что наша будет еще круче. Да, кстати, я вам совсем забыл сказать, что все кузовные работы по окраске Супры проходят в техцентре Очакова, вот в тех самых ребят, у Пашки, где мы красим Белугу, где мы красим Марка Щербакова. Он, кстати, готов, сейчас я вам выложу его фотку. Я его, кстати, хочу посмотреть, сходить. Мы его пока не забираем, потому что, чтобы он на улице не хранился, мы Белугу отправим в Сочи и его заберем. В общем, парни из Очакова потихонечку подмяли под себя тюнинговый мир по краске. Красавцы. Пашка, респекте. Это губа от Супры. Будет вот здесь стоять. В общем, ждем готового вида. С колесами и спойлером. А, спойлер уже стоит. Ну что, хороший трек же был. Вот, нормально. Дукалис обрастает. Ай, красава! Давай тогда так оставим здесь. Чисто танцпол будет, а, брат? Ну что, там посередине еще? А, Magic Ball. Да, в общем, Дукалис обрастает грузопассажирством. Это там макет перегородки, который будет же изолирована. Но это все вы увидите. IGEV. Ну, в общем, у нас новогодняя традиция есть. Кто-то ходит в баню, а кто-то отправляет поездом машину в Сочи. В общем, всего сторис по сборке вам не снимали. Все успели, все собрали. Всем спасибо. Но не успели доклеить. Будем доклеивать в Адлере там пару наклеечек. И сейчас вот мы ее грузим в поезд. Смотрите, как прикольно, вагон. Такой вот заезд прям. Тачка едет поездом. Вот Белуга под Новый год запутешествует. Куча вещей, какие-то шины, какие-то губы, какой-то Степа. Каркасик обклеенный. Все, малышечка наша загружена. Сейчас закрепим, да, не обижайте ее. Она у нас дама, конечно, опытная, авторитетная, но ранимая. Любит ласку, да, и сотый Лукойл.